Всем привет, ребятки, и сегодня я хочу рассказать у меня проблему такую в Хорбравле. Смотрите, я, конечно же, играл, смотрите, у меня не был подключен аккаунт к Google Play в игру, и типа, если я случайно удалю даже игру, то этот процесс может улететь. Но я, просто удалиться. И смотрите, я же, конечно, его не удалял. Я подключил аккаунт, но вы знаете, смотрите, я играл в Хорбравл на ПК. Я не сохранял там аккаунт тоже, где 19 уровень был у меня там в игре, в сезоне. И смотрите, я скачал Google Play, у меня там как-то, и в Google Play был как-то мой аккаунт, защитил типа, аккаунт, типа, и у меня поменялся аккаунт. И это поменялся на старый аккаунт, который был на ПК. И смотри, и причина в том, что я не могу поменять аккаунты. У меня теперь есть сохраненный аккаунт, который был именно на ПК. А второй аккаунт с моим процессом, который я полгода уже просто его добивал. Надеюсь, может он поменялся местами, он теперь на ПК. И надеюсь, он не улетел, а я же просто поменял аккаунт. Уже защитил, не знаю, как вы, или понятно я объяснил, но нет. Но надеюсь, я смогу его как-то поменять, потому что я очень расстроился. Если я не понимаю, потому что весь процесс улетел просто. Но надеюсь, я не прав, и он еще есть. Именно в помощь обращаться мне не помогут, потому что они разрабы только могут помочь с аккаунтом сохраненным походу, а так нет, они вряд ли уже вернут. Я не знаю, надеюсь, все получится завтра, и как-то я так попытаюсь. Я просто везде клацал, нигде, кроме компа, я там. Если я даже удалю там игру, и скачаю через пару дней еще раз, то там до сих пор сохраненный аккаунт, даже если я его не сохранял, чтобы защиту такую поставить. Не знаю, надеюсь, все обойдется. Так что ладно, будем заканчивать. С вами был Димон Про. Пока-пока. Стойте, посоветуйте мне что-то в комментах, если они будут доступны. Все, пока.